замечательный весь. Это депутат Ростовской области, председатель комитета законодательного собрания по заявлению. Доброе утро, дорогие друзья. Можно присесть? Видно будет меня? Видно, да? Ну, сзади не видно, тогда я постою. Я прочитала тему своей лекции, когда к вам ехала, и читала заранее, когда готовилась, и подумала, что утром говорить о таких сложных формулировках мы с вами не будем. Берегу моря, хорошую погоду, нам, мне кажется, более приятно о счастье. Эти руки всегда абсолютно счастливы. Прекрасно. Есть те, кто почему-то несчастлив. А скажите, пожалуйста, вот я бы хотела, чтобы вы со мной пообщались. Назовите вот те моменты в вашей жизни, самые яркие, когда казалось, что вот счастье просто переливается через вершину, и вот вы абсолютно счастливы, идеальный момент в вашей жизни, его нужно видеть. Получение диплома. Реализация на работе отлично. Исполнение желаний. Жить это уже большой за прекрасный ответ, и именно, наверное, этого я и хотела у вас услышать, что каждый из нас творец своего счастья. И каждый из нас, абсолютно нормальный человек, наверное, старается быть счастливым каждый год. На работе, иногда даже чашка кофе или чашка. О чем-то хорошем и о чем-то созидательном. И я думаю, что у каждого молится в жизни именно того, чего он хочет. Ведь все в ваших руках. И мы должны говорить с вами об органах молодежного самоуправления, о профессиональной самореализации. Я бы с удовольствием вам рассказала о том, как это тяжело, с одной стороны, как это сложно, но как это интересно, и как приятно и легко помогать людям. Но я вам хочу сказать всего несколько слов, наверное, на этом лекция моя закончится, потом мы перейдем к другой части. Я вам хочу сказать всего лишь несколько слов. Получайте удовольствие от того, что вы делаете. И, наверное, здесь каждое слово важно. И получайте удовольствие, и делайте. Потому что только человек, молодой человек, созидающий, творящий, работающий, объединяющий вокруг себя людей, сам являющийся частью эффективной команды, с одной стороны, может быть счастлив, а с другой стороны, может действительно добиться значимых высот в своей карьере и получить то место в обществе, которое он хочет. Я всегда любила помогать людям. Мне всегда, какая-либо несправедливость, все равно, как она проявляется, меня, если честно, иногда вводит в ярость. И поэтому, когда я вижу проявление несправедливости, мне все абсолютно комфортно. Совсем недавно, в прошлый понедельник, я вам расскажу, от какого момента я была абсолютно счастлива и неделю летала просто как на крыльях. Ко мне на прием в городе Шахты пришла семья. Женщина, у нее с мужем 8 своих детей. Прекрасная, охотники учатся в школе, муж дальнобойщик, она сама за рулем ездит на разбитой такой поддержанной 14-й. Так, вы знаете, у нас 8 детей, у нас немножко хорошо, все дети здоровы, слава Богу, мы не можем никуда поехать. Мы даже в запас едем, но мы в машину все не помещаемся. А вот раньше была такая штука, губернатор Ростовской области дарил семьям, в которых 8 и больше детей, автобус. Вы знаете, нам так нужен этот автобус, а почему-то их теперь... Я начинаю говорить, оказывается, правда. Такая тема, она подарила автобусы, все бесплатно, у которых есть 8 и больше детей, и дети могут быть приемными. Вот, но потом всем семьям подарили и перестали их дарить. И в бюджете больше этих автобусов нет. Я позанималась, оказывается, у нас в Ростовской области на Рисе, у которых 8 совершеннолетних детей и больше. Начала заниматься этим вопросом. Мне говорят,
когда-нибудь, с другой стороны, если до этого сейчас другие задачи. Ну, хорошо. Так мне ответило профильное министерство. К нам губернатор идет куда-то в законодательного собрания, приходит каждый на отчет и рассказывает о тех достижениях, которые совершило правительство за прошедший год. И вот в апреле 24 числа пришел Василий Юрьевич, отчитывался о своей работе, и депутаты, и меня, мои коллеги, многодетные отцы, у нас таких законодательных собраний много, поддержали с этим вопросом, и я тему с автобусами, потому что оно нечестно как-то и несправедливо, когда мы одним семьям их подарили, а другим нет. Василий Юрьевич поулыбался, сказал, что Екатерина Петровна, вам бы тоже нужно постараться, мы вам автобус подарим, если вы доработаете до этой цифры. Пошутил, и на этом разговор закончился. Но неделю назад на порядке нам докладывает правительство о том, какие законы Ростовской области. И губернатор Ростовской области внес в законодательное собрание закон о том, чтобы всем семьям, кто имеет более детей, в Ростовской области с 1 января покупались за счет бюджета комфортабельные автобусы, на которых можно перевозить детей. Автобусы все будут обеспечены ремнями безопасности, на них можно будет семьям нашим выезжать в лес, на природу, в зоопарк и куда угодно. Для меня это было просто максимальное чувство справедливости. Ведь раньше даже закона такого не было. Раньше это было просто постановление губернатора, которое выполнено, которое закончилось. Теперь это закон. И сейчас мы подарим всем семьям автобусы. Эта норма не отменится, она будет у нас всегда. И вот я считаю, что это справедливость, которая должна быть. Нет, мне было очень хорошо, но на этом мы работать не заканчиваем. Я уверена, есть еще очень много моментов, которые нам нужно поправить в нашей Ростовской области. И здесь главные наши помощники – это вы. Вот видите, как круто получилось. 34 семьи, ко мне одна женщина пришла. Она поверила, что можно пойти к депутату и обозначить эту проблему. И мы решили проблему 34 семей. И вот вне зависимости, чем вы занимаетесь. Если вы видите несправедливость, вы должны идти в органы власти, к депутату законодательного собрания, Государственной Думы, местного Думы. Должны идти на прием к министру, потому что они у нас тоже проводят приемы, и говорить о том, что не так, и как это надо исправить. Если вас в одном месте не услышали, ничего страшного, идите в другое. Меня тоже в министерстве профильном сначала не услышали, и автобусы возвращать не захотели, и губернатор. Я вас очень прошу, от этого стану счастливее, если вы будете вместе с нами помогать нам убирать вот эти несовершенства в обществе, гораздо больше людей, чем мы здесь, кто находится. Потому что от каждой решенной проблемы вы даже не понимаете, сколько людей вокруг будут получать благо. Ну, я, наверное, на этом... И я бы хотела перейти с вами с вопрос-ответ. Но для того, чтобы ввести небольшой азарт и интригу в нашей встрече, мы сделаем следующим образом. Мы с вами проголосуем за два самых лучших вопроса, которые будут сегодня заданы. Собрание Ростовского от начала до самого конца. Сходить на планерку к председателю законодательного собрания, провести прием граждан, поучаствовать с одной в мероприятиях областных, которые будут на эти дни. Обычно у нас день расписан по минутам. И вы увидите, как работает вообще вся наша система государственной власти изнутри, окунуться в нее. Я думаю, что такого опыта вы мало где получите, поэтому, друзья, вы задаете вопросы, а самые лучшие поедут со мной и посмотрят, как это будет депутатом законодательного собрания Ростовской области. Подойдет такая? Да. Тогда переходим к вопросам. Пожалуйста. Меня зовут Игорь, я из города Шахты. У меня в городе Шахты есть ВМП. Это по делам молодежных. Вот. И у меня вопрос. Во всех ли городах вообще так... Территории пришлось кому-то заплатить. Есть такие здесь? Мне говорили, с Новошахтинском парнем пришлось... говорили, что платить. Обязательно скажите, нам потом выйти со мной на связь. Вопрос. Во-первых,
Я объясняю историю. Да, к сожалению, отделы по молодежной политике нет, есть не в каждом муниципальном уровне. В городах, во всех. Он занимается молодежной политикой, и спортом, и культурой, и еще чем-нибудь там. И поэтому молодежная политика находится где-то там. И главы говорят, что ну, мы не можем, у нас нет денег в бюджете муниципалитета, и где-то отделы, и отдельного специалиста проводят с молодежью, но нет. Но на самом деле те, кто хотят, возможности есть. Возьмем, есть кто-нибудь из Октябрьского сельского района? Вот, есть. В Октябрьском сельском районе специалист по работе с молодежью есть в каждом сельском районе, работает с молодежью. И больше вообще ничем. Поэтому, дорогие друзья, в вашем районе, в вашем поселении сделают специалиста по работе с молодежью. Приводите в пример Октябрьский сельский район. У них глава захотел, у них все возможно. Это действительно очень крутая, эффективная система, которая мне очень нравится. Что касается денег на поездку. Если кому-то пришел, мы за этим очень внимательно следили. В каждом муниципальном образовании должна быть программа по работе с молодежью, в которую заложены деньги. У нас она есть в Горшарке, во всех городах. Да, там заложены разные суммы. Там есть эта программа по звонку по молодежной политике Ростовской области, деньги из областного бюджета, для того, чтобы эти деньги были вручены на ваши футболы, которые вам будут. На мероприятия были, на все областных мероприятий в вашем муниципальном образовании. Вдруг, не дай бог, кто-то из чиновников или еще кто-то попробует потратить их в другое место, а вас заставит заплатить за проезд на областное мероприятие или на федеральное, на территорию смыслов и на Давиду, он будет на законодательном собрании в присутствии губернатора, правительственный час, где рассматривали вопросы молодежной политики. И вот там, например, я озвучивала город Зерноград, в котором на молодежную политику в год 1000 рублей. После нашего вот этого дебоша на законодательном собрании 15 раз. Да, 220 тысяч, но это уже не 15. Я называла территории 2, что можно сделать на эти деньги. Очень многие территории поправили эту цифру. Вот, и здесь тоже ваша задача. Ваша задача работать с депутатом. Тот, кто является членом, четко следить на молодежную политику, куда тратятся или они тратятся для вас и вас. В бюджете Ростова деньги на молодежную политику растут с каждым годом. Если 5 лет назад это было около 70 миллионов, то в этом году это почти 100 миллионов рублей. Это много. И это много, это цифры больше. И мы всегда готовы еще и еще давать деньги. Я возглавляю по молодежной политике в законсобрании, по молодежной политике, но всегда у нас стоит очень строго. Не допускаем сокращения бюджета, ни в коем случае. И... Меня зовут Ирина, и тогда вопрос. Я тоже заплатила за то, чтобы сюда доехать снова. Из Ростова? Давайте вы мне дадите вопрос. Я разберусь, что произошло и почему мы заплатили за проезд. Платила, все промолчали. А кто платил за проезд? За транспорт. Хорошо, я задам вопрос, как происходит на форуме Ростов сегодня. Спасибо. Это несправедливость, нужно где ее решить. Света, а? Ну, извините, за Краснодарский край не могу ответить. Я готова сказать за свою территорию. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые спикеры. Темы о молодежной политике в сельских поселениях. Ну, возможно, ну, на мой взгляд, дело не в материальных средствах, сколько там выделено, а и в тех специалистах, которые работают с молодежью. На ваш взгляд, что необходимо изменить? Возможно, что-то там. Есть молодежные парламенты, но они не могут. Они, кажется, слабо работают с сельским поселением. Может быть, ну, я не нужен. Ваше мнение. Как вас зовут? Николай. Николай, я вам открою секрет, что в Ростовской области есть молодежный парламент в каждом муниципальном образовании. При собрании депутатов. В каждом сельском поселении я не знаю, насколько нужно, либо не нужно его делать, потому что очень молодежные парламенты в сельских районах, они формируют путем представительства. 1, 3, даже больше, РИНГ, НПИ и ЮФУ готовят специалистов в сфере молодежной политики. Вот ДГТУ не помню, если честно, есть там специалисты. Это социальная конкретно организатор по работе с молодежью. То есть для того, чтобы повысить уровень, и на этих специальностях есть еще и курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает. И комитет по молодежной политике, муниципальной администрации, они могут за свой счет повысить.
уже практик и кто уже работает с молодежью, на чьи знания нужно подтянуть. Поэтому, на мой взгляд, если сельское поселение готово организовать там себе молодежи, это нужно поддержать. И там должен быть профессиональный человек, который поможет ребятам работать. Если поселение не готово, то не надо это навязывать. Ни в коем случае, потому что мы создадим, ну, просто такой мыльный пузырь, которым будем отчитываться, на который эффективность терять. Я хочу продолжить тему, которую поднял Николай. Я из станицы Выселки, Краснодарский край. И мы с ребятами сами собрали молодежный совет. Мы собрались, организовали, начали организовывать мероприятия. Очень актуально, молодежь в школе посещает. Но у меня вопрос. Нас начала поддерживать администрация, поселение. Но вопрос, у них нет денег сейчас на нас. То есть мы скидываемся на подарки, на обложки, в общем. Вопрос, где нам взять, к кому обратиться, чтобы у нас было какое-то спонсирование от Федерации Российской? У вас очень много возможностей. Первая возможность – это гранты, в том числе гранты Росмолодежи. Для этого вам не нужно регистрировать юридическое лицо, для этого вам не нужно регистрировать НКО. Вы можете получить грант для физлица на ваш проект. Очень внимательно следите за сайтом Росмолодежи, за инстаграмом Росмолодежи. Там постоянно эти новости есть. Гранты для этого, гранты для того. Часть из них приходилось именно на ваше сельское поселение. На какие-то проекты, которые, может быть, для всего района, но пройдут в вашем поселении. Это деньги, которые вы будете расходовать, ну, соответственно, вместе с главой, вы будете получать то, что вам очень надо, раздатку какую-то, еще что-то, ну, обычные такие вещи. Это второй момент. И третий момент. У вас в Краснодарском крае есть очень классная штука. Такая штука есть и у нас. Совет молодых депутатов. Я из Краснодарского края, являюсь председателем молодежного совета при главе города Краснодар. Параллельно являлся председателем комитета по социально-экономическим вопросам молодежного парламента. Просто по поводу вашего комментария насчет Бурлашка. Что мы выходили из трех проектов, и зачастую они говорили о том, что мы не можем выделять средства предложения, где результатом могло стать трудоустройство студентов, трудоустройство молодежи. И то есть мы понимаем, что сейчас есть определенный кадровый голод,